Германии для автомобильного движения открылся Мозельский мост, один из самых высоких в Европе. Высота его опор 160 метров, тогда как Кёльнский собор не превышает 158. Длина более 1,5 километров. Строительство велось 8 лет. Этот объект инфраструктуры свяжет страны Бенилюкса и немецкий регион Рейн-Майн. Торжественное открытие моста состоялось в минувшие выходные. Тогда его пересекли 10 тысяч посетителей, пешеходов и велосипедистов. По оценкам экспертов, каждый день через мост будут проезжать 25 тысяч автомобилей. Для нашего региона крайне важно быть связанным с крупными портами в Нидерландах и в целом с торговыми центрами Европы, ведь это означает экономическое развитие. Критики заявили, что строительство моста обошлось слишком дорого – 483 миллиона евро, а также, что мост портит пейзаж этого известного винодельческого района и отпугивает туристов.